Знаете, у Дениса очень богатое воображение. Я боюсь, что у вас могут возникнуть трудности. Чуть запинаясь и едва ли не розовея лицом от смущения, сказала Наталья Левина. Для своих лет мамочка выглядела просто великолепно. Коля с трудом удерживался от того, чтобы не мазнуть взглядом по высокому бюсту, гадая про себя. Досталось блондинке это богатство от природы, или же старик Левин раскошелился на радость себе и своей домохозяйке ради имплантов из силикона. За те несколько минут, что длилось их общение, Николай в уме уже не раз освободил мадам Левину от лишних предметов одежды и изучил все выпуклости и впадины ее сочного зрелого тела. «Не волнуйтесь», – широко улыбнулся он. «У меня фантазия тоже неплохо развита, так что мы еще посмотрим, кто кого больше удивит». «Да, да, конечно», – рассеянно кивнула женщина. «На каком факультете вы говорили учитесь?» «На педагогическом, Наташ, на педагогическом», – подсказал глава семейства, коснувшись локтя супруги. «Милая, нам уже пора. Самолет вылетает через час. Ступай в машину». Они стояли на каменистой тропинке перед двухэтажным коттеджем. Солнце заливало золотом аккуратно постриженную лужайку и кусты по периметру. Бликовало на стеклах высоких в человеческий рост окон первого этажа и на стали, выступившей из-под краски детских качелей во дворике. Там сидел шестилетний Дениска, успевший уже попрощаться с родителями и оттого, наверное, немножко грустный. Мальчишка не смотрел в их сторону, а, понурив голову, казалось, считал мелкие камушки на проплешине, протертой под качелями. Коля украдкой следил за ним. Пусть знойная мадам Левина и беспокоилась, удастся ли студенту наладить контакт с ее сыном, он сам на сей счет был совершенно спокоен. Чай не в первый раз. Подождав, пока жена устроится на заднем сиденье такси, Петр Сергеевич Левин повернулся к Коле. «Сам понимаешь, Николай, мать все-таки волнуется», — объяснил он, смущаясь едва ли не сильнее супруги. Если у той от непривычных разговоров на пухлых щеках появлялся румянец, то у Левина, годившегося Натальи в отцы, а Дениски в деды, проступили бурые пятна на висках рядом с кустистыми седыми бровями. «Раньше, когда надо было уезжать по делам, с день обычно дочь моего приятеля оставалась. Но теперь девушка вышла замуж, переехала в столицу. Сама уж двойню поджидает, и вот. Пришлось решать проблему таким образом». «Вполне разумно», – кивнул Коля. «Я бы на вашем месте поступил бы так же». «Да, хорошо, что сейчас появились эти студенческие биржи. И вам лишний заработок. Учиться легче будет». «Ладно», – заспешил Петр Сергеевич. «Значит, следи за домом. Гараж закрыт наглухо, так что о машине можешь даже не беспокоиться. В любом случае, все ценное имущество застраховано. Так что главное, за Дениской смотри получше. Пацан шебутной, да и возраст у него такой, что на одном месте не сидится. Улавливаешь?» «Шило в попе», – не моргнув, ответил Коля. «Как про таких говорят. Гиперактивность». «Точно, точно, особенно про шило ты верно подметил. Имею в виду. Ну, а значит, завтра к вечеру мы уже здесь». «Я все понял, Петр Сергеевич. Не стоит переживать, ночью уж как-нибудь продержусь». «Молодец. Ну давай тогда». Мужчины пожали руки, после чего Левин побежал к такси. Напоследок, уже открыв дверцу, он махнул сыну, а потом ободряюще потряс кулаком в воздухе и что-то крикнул Коле. Водитель как раз заводил мотор, и тот не разобрал слов. То ли «но пасаран», то ли «так держать». Машина, громко шурша шинами по гравию подъездной дорожки, скрылась за поворотом. И он еще чувствовал на себе напряженный взгляд Натальи из заднего сиденья. Ох уж эти мамаши, куриные головы в золотых клетках и только. Хотя корочка у нее просто аппетитная. Постояв с полминуты на тропинке, Коля обратил внимание на своего подопечного. Во внешности Дениски вроде бы ничего примечательного не было. Аккуратно зачесанные на бок прямые русые волосы, ясные синие глаза,
какие только у детей бывают. А у взрослых с возрастом обычно тускнеют, что и случалось, к примеру, с глазами Левина-старшего. В отличие от собственного великовозрастного папаши, паренек вызывал у Коли симпатию. «Ну что, капитан, давай еще раз знакомиться. Теперь уже по-настоящему, без взрослых. Меня зовут дядя Коля. А я Денис». Ребенок протянул руку, и Коля, аккуратно ее пожимая, ощутил холод в маленькой хрупкой ладошке. Пальчики, впрочем, были сухие, без пота. Мальчишка, судя по всему, нервничал при встрече с новым человеком куда меньше, чем его родители. Благая, наивная юность. Коля подмигнул ему. «Покажешь свой корабль, капитан?» «Конечно, старпом!» Дениска засмеялся, довольный. Его погрязшему в делах отцу или застывший в развитии, привыкший к обеспеченной беззаботной жизни мамочке, трудно понять простую истину, что путь к сердцу любого ребенка лежит через игру. Коля же в душе сам был игрок, и общий язык с детьми находил моментально. Они вошли в дом. Коля закрыл массивную входную дверь на оба замка и спрятал доверенную ему связку ключей в карман джинсов. Первым пунктом осмотра оказалась просторная кухня, со вкусом обставленная и напичканная разными техническими диконовинками. Маленький храм питания с поправкой на эпоху развитых технологий. «Это кухня», — сказал Дениска. «Нет. Это будет отличный камбуз для нашего с тобой звездолета, правда?» «Правда. Тогда полный вперед. Идем дальше». «Это наш зал». Мальчик обвел взглядом большую комнату, игравшую роль холла или гостиной. Затем с любопытством глянул на Колю, явно ожидая его комментариев. «Назовем это место рекреацией. Здесь отдыхает в пересменках экипаж нашего судна». «Что дальше, капитан?» «Дальше по коридору ванная и туалет, а потом спуск в гараж». Дениска запнулся, отвел глаза. «И еще подвал». «Боишься подвала?» – поинтересовался Коля. «Нет, у нас там светло и сухо. Ну, если свет включить». «А ты что, подвалов боишься?» «Есть немного», – хмыкнул студент. «Понимаешь, капитан, когда я маленький был, у нас дома в подвале жили крысы». «Большие?» «Еще бы. Огромные, как коты. Или еноты. А то и с маленького мальчика размером. Такие, знаешь, серые, с глазками, пуговицами и длинными лысыми хвостами». «А наверху у вас что?» Он показал на деревянную лестницу. «Спальня родителей. Моя и еще комната отца». «Кабинет», — догадался Коля. Семья Дениски жила весьма неплохо. Левин-старший руководил вполне успешной фирмой «Компьютерный бизнес». Собственно, Петр Сергеевич и нашел Коля через интернет. На одном из вузовских сайтов работала доска объявлений для студентов, подыскивающих работу на время летних каникул. Удобная штука. К тому же, в отличие от Фейсбука или ВКонтакте, здесь никто из работодателей не мог залезть на страницу твоего профиля, чтобы покопаться в фотоальбомах или послушать, какую музыку ты предпочитаешь. «Играть будем?» Дениска рванул вперед. «Догоняй меня, старпом, дядя Коля!» За спиной что-то громко ухнуло, заскрежетало и зазвенело. От неожиданности парень вздрогнул, резко обернулся и рассмеялся. «Часы! Да такие большие, массивные, с тяжелым маятником. Старинные или под старину сделанные темного дерева. Как это он их сразу не заметил?» 7. За окном постепенно наползал вечерний сумрак. Солнце клонилось к закату. Воздушным шариком нависнув над пиками растущих по окраине поселка елей. «Ну что же ты? Догоняй! Я индеец, ты шериф!» Коля с хохотом погнался за мальчишкой, норовя ухватить того руками. Но каждый раз в самый последний момент нарочито неловко промахивался. Дениска визжал от восторга и бежал еще быстрее, прыгал по дивану, то и дело нырял под журнальный столик. Пару раз Коля давал мальцу проскользнуть у себя между ног. «Не поймаешь, бледнолицый, ты слишком косолап!» – кричал Дениска из угла. «Врешь, не уйдешь, краснокожий!» К
Коля скакнул в его сторону, огромным прыжком преодолевая несколько метров, и растянулся на полу. Дениска радостно верещал уже с дивана. Студент перевернулся лицом вверх и, заговорщицки подмигнув краснокожему, одним движением вскочил со спины на ноги. «Ух ты! Здорово! Научи! Научи меня так!» «Ха! Разбежался! Сразу не получится! Но если будешь меня слушаться, то может и потом?» «Буду слушаться, но может потом!» Заверещал Дениска, сел, прыгнул на край дивана и заболтал ногами в воздухе. «Давай мультяшки смотреть». «Мультяшки? Давай, а почему нет?» Коля подобрал с журнального столика пульт и включил телевизор. Ведущая городской программы новостей что-то рассказывала об очередной серии убийств в округе. Крупным планом показывали фото без вести пропавших. Внутри у Коли похолодело. Некоторые из предполагаемых жертв были ровесниками Дениски. «Блю-рей включи!» – отвлек его мальчишка, уже деловито ковырявшийся в тумбочке с дисками. «Как скажешь, капитан». Они устроились на диване. Дениска сел по-турецки, поджав ноги. Коля вытянул свои вперед. На экране два маленьких мышонка с индейскими перьями на головах снимали скальп с придурковатого кота. Малец хихикал, наблюдая все это. Студент проверил телефон. Петр Сергеевич должен был позвонить в 9 или позже, после того, как самолет сядет. Когда виброзвонок сработал, было уже начало 10-го. «Да, Петр Сергеевич». «Да, конечно, у нас все в порядке. Том и Джерри смотрим». «Рад за вас, ребятки». Голос трубки звучал глухо, перебиваемый помехами, и казался немного уставшим. «А мы еще в аэропорту. Рейс задерживают из-за погоды, так что, может, позже и не позвоним. Вы там уже спать давно будете. Да, еще и Наташка тут нервничает». «А в чем дело?» «Да сам знаешь, женское. Материнское сердце изволит беспокоиться из-за сынули». «Да нормально все с ним. Так ей передайте». «Хотя нет». Коле пришла в голову мысль получше. «Давайте я ему трубку дам, пусть поболтают. Это-то ее успокоит?» Он отдал телефон мальчику и сделал знак, чтобы тот говорил, а сам пошел на кухню приготовить чего-нибудь на ужин. Поздновато, конечно, но что поделаешь. После всей этой беготни надо подкрепиться. Наполнил чайник водой из фильтра, включил в розетку, достал из большого трехкамерного холодильника банку с яблочным джемом. За окном совсем стемнело, поднимался ветер. Он присмотрелся. На небе не было звезд, значит, все оно покрыто тучами. Погода и правда портилась. Первые мелкие капли дождя падали на стекло. Коля достал из шкафчика стойку с ножами, повыбирал, любуясь блеском оточенных лезвий. Воображение рисовало разные сказочные приятные картины. Дождь, лужайка перед домом. Танцы под теплым и яростным летним ливнем, ветер, бьющий в лицо, ласкающий голую кожу. «Ну что, капитан, доложился мамке?» Когда Коля вернулся с подносом в комнату, телевизор был выключен. Денис валялся на полу и рисовал что-то фломастерами в альбоме. Телефон лежал на диване. «Ага, я сказал, что ты кушать готовишь», — ответил мальчик, не оглядываясь. «Все верно сказал. И теперь самое время как раз-таки перекусить». Коля поставил на пол поднос с большой желтой кружкой дымящегося чая и несколькими кусочками белого хлеба с намазанным на них джемом. Сам уселся рядом. «А что это ты тут у нас изобразил, маэстро?» На альбомном листе можно было узнать плоское, аляповатое изображение дома и лужайки перед ним. Дом коричневый, лужайка зеленая. А рядом с домиком стояло что-то огромное, в два раза выше самого строения, когтистое, с большими, похожими на блюдца, белыми глазами без зрачков. «Ну-ка, дружок, скажи дяде Коле, что это за бяка?» «Это бабай». Мальчик робко взглянул на большие часы. «Он приходит в полночь». Коля облегченно вздохнул. «Парень, тебе скоро 7 лет, а ты еще...»
Он усмехнулся, задумавшись на секунду. 12, говоришь? Денис кивнул с мрачным видом. Ну, подождем сегодня. Посмотрим, кто к тебе придет. Ты кушай давай, чай пей. А ты? Я потом, пока еще аппетит нагуляю. Порывшись на книжной полке, Коля достал потрепанный томик Чейза и, улегшись на диване, попытался погрузиться в чтение, пока мальчишка ел. Но в голову лезли разные мысли. Подумать только. 6 лет, уж скоро в 1 класс пойдет, а все еще в бабая верит. Редкий случай. Даже странный, наверное, удивительный. А ведь кто в сущности этот бабай? Так, пугало для маленьких детей, выдуманное взрослыми. Его и самого в детстве таким бабка пугала, чтобы спать уложить. Говорила, если глазки не закроешь, придет к тебе старый дед-бабай, слышишь? Тук-тук-тук. Рукой бабка, надо думать, стучала по спинке кровати для пущей убедительности, хотя маленький Коля сам этого и не видел. Это он идет, дед-бабай. В каждой стране есть такой злой дух, бессмертное чудовище из снов, которое приходит к непослушным, не желающим засыпать, к вредничающим. Где-то Бука, где-то Бугимен, у нас Бабай. И что же делает этот монстр, когда приходит к своим жертвам? Уж вряд ли что-то способное сравниться с тем, что творят настоящие чудовища из плоти и крови. А мамаша-то была права. У паренька и правда воображение ого-го. Весело же к полуночи тут будет. От нетерпения у Коли начало покалывать внизу живота. «Эй, капитан, наелся? Пойдем, покажешь свою комнату». Коля отбросил книгу. «Надо убрать. Да я сам уберу. Потом». Он улыбнулся своим мыслям. Когда они поднимались наверх, часы, будто отсчитывая их шаги, начали бить 11. Студент шел чуть сзади, кулаки его сжимались и разжимались. «Эй, капитан, боишься своего бабая?» «О нем нельзя говорить». «Получается, будто зовешь, и на него нельзя смотреть, а то он тебя увидит». «Разумеется». «А где он живет?» «На чердаке? В подвале?» У него же там, наверное, своя комната в доме, вроде этой. Мальчик открыл дверь. Включил свет. Внутри все было весьма мило. Детские игрушки. Трансформеры с пластмассой и мягкие пупсы. Разбросанные по полу. Маленькая кровать с цветастым одеялом. На стенах плакаты с Халком, Железным Человеком и другими Мстителями. В углу двухстворчатый шкаф. В окне напротив входной двери отражались лица Дениса и возвышающегося у него за спиной Коли. «Нет!» Замер, словно что-то в последнюю секунду почуяв, боясь оглянуться, ребенок. Голос его дрожал. «Он не живет в доме. Он приходит». «Вот тут ты прав». Коля сильно пнул мальца ногой в спину на кровать и тут же навалился сверху сам, придушил, оглушив ударами по голове. Несколькими мощными рывками разорвал пододеяльник, одну из получившихся полосок деловито скомкал и запихал. Буквально забил через рассеченные, сочащиеся кровью губы в рот своей жертве. Другими тряпками связал ей руки и ноги. Остатками ткани привязал тело к кровати для верности. Запыхавшийся и довольный встал. Осмотрел результаты проделанной работы. «Класс! То, что надо!» Мальчик постепенно приходил в себя. Что-то мычал жалобно, из-под дрожащих век катили крупные слезы. Наверное, ревел, как и все эти сопляки до него. Разве могли они понять, как им повезло, что он их коснулся? Коля спустился вниз, в зал. Не спеша разделся, аккуратно сложил джинсы, футболку, нижнее белье и носки на диване. Тут же определил телефон, подергивающийся от виброзвонка. На экране высвечивался знакомый номер. «Нет, Петр Сергеевич, мы уже спим. Не извольте нас беспокоить. Летите, мой дорогой, летите. А мы тут уже сами полетаем, только без вас». «Так легко».
Найти их по интернету, узнать адрес, достать студенческий и вклеить фотографию. В Самаре было сложнее. А в той деревне под Краснодаром вообще пришлось в итоге вырезать всю семью. Николай поиграл мышцами, любуясь своим совершенством в высоких стеклах. Вернулся на кухню по дороге под футболе в желтую детскую кружку с недопитым чаем. Ударившись о стену, та треснула, круглая ручка отлетела в сторону. На ковер потекла коричневатая жидкость вперемешку с кусочками заварки. Он постоял перед кухонным столом, раскладывая ножи. Самый большой тесак оставил напоследок, как и крупные ножницы для резки мяса. В голове его неспешно кружились мысли о маленьком сувенире или, может быть, двух на память. Наконец он выбрал нож. Не слишком длинный, но острый и достаточно широкий. Глядя в отражение своих глаз на полированной поверхности, вспоминал, как бывало раньше. Как заманил одного в старый вонючий лифт, где поиграл с ним с помощью валявшегося там же куска арматуры. У того была хорошая попка, мягкая и белая. О, как незабываемо красиво смотрелись на этой нежной коже влажные красные разводы. И пусть гаденыш в итоге обгадился, запаха крови и внутренности это не портило. А одному селянину он разорвал анус серпом, а потом нарисовал улыбку от уха до уха. Но ножи... ножи были всегда самым лучшим инструментом. Кого-то из них искали, да так до сих пор и не нашли. Там, в Самаре, как и здесь, успели поднять шумиху о серии. Но он не любил долго задерживаться в одном городе, не потому что боялся быть пойманным. Его просто тянуло в путь, в дорогу, к новым местам, новым мамашам и их детишкам. Даже жаль, что мадам Левина сейчас уже далеко. С ними можно было бы позабавиться на славу и вдвоем. Вырезать Дениске глаза и вставить ее в грудь на место сосков. Заставить его сожрать язык собственной мамки. Как в свое время он поступил с собственными дедом и бабкой. «О, Наталья, поверьте, у меня с фантазией все в порядке. Вам такое и не снилось». Никому не снилось. Ну, ничего. Когда-нибудь мир узнает и преклонится. Внизу у него уже все напряглось, выросло и горело. Он коснулся себя там. Сначала рукой, а потом плоской стороной холодного лезвия. Здорово. Хорошо, как никогда. Предвкушение. Коля порылся в кухонном шкафчике, достал упаковку дешевых свечей. Пейзани такие пейзани. Вроде бы вполне состоятельные люди, а на мелочах экономят. Прихватив свечи, нож и зажигалку, вернулся наверх. Его подопечный совсем уже пришел в себя. Распятый на собственной кровати, один из носочков зайками сполз, обнажив маленькую детскую ступню. Глаза широко раскрыты, и в них... «О, боже, хорошо-то как!» Неуразимое удивление и ужас. «У-у-у-у!» – взвыл Коля, по-звериному впрыгивая в комнату. «Бабай пришел!» «Ну что, капитан?» – прошептал он, присев рядом с мальчишкой. «Чуть позже мы с тобой снова сыграем в индейцев. Как ты на это смотришь, а?» «Только на этот раз индейцем буду я, а ты станешь моим бледнолицым пленником. Помнишь мультик?» «Я мышонок. А ты кот, да?» Провел плашмя ножом. Той стороной, которая еще хранила тепло его тела, по щеке малыша. Дениска задергался, замычал что-то через кляп. «Тш-ш-ш-ш». Коля легонько хлопнула его рукоятью ножа по носу. «Если не хочешь задохнуться с этой тряпкой в глотке, лучше молчи. И я ее вытащу. Договорились?» Слезы продолжали катиться по лицу мальчишки, но Дениска замолчал и медленно кивнул. «Умный мальчик. Погоди минутку. Мне надо еще кое-что приготовить». Встал, зажег свечи и укрепил. Одну на полу, еще три на подоконнике позади кровати. Осмотрелся, прикрыл дверь. Залюбовался мрачной игрой света и тени на своем полностью обнаженном мускулистом теле в отражении. «Великолепие!»
Прохрипел он восхищенно. А они, представляешь, говорили, что я плохой. Не давали играть с крысами и котами. Но теперь эти глупые взрослые нам уже не помешают, правда? Снизу раздался глухой бой часов. Вот, время оно. Он расправил плечи полной грудью, вкушая ужас, вместе с запахом мочи, исходящей от маленького ублюдка. Взял нож, склонился над кроватью и вытащил кляп изо рта жертвы. «Смотри же! Ты, боящийся ветхих духов и примитивных поверий, смотри! Узри меня!» Удары часов, казалось, становились все громче. А может, это за окнами гремела гроза, так что стекла дрожали. Он ощущал энергию, которая хлестала, кипела под кожей и в мышцах. «Сегодня, сейчас!» «Во веки веков! Аминь!» Оседлав мальчишку, Коля возвысился над ним и занес нож для первого удара. Нежного и несмертельного. Нет, конечно же, не столь быстро. У них впереди вся ночь. В этот миг Дениска зажмурился. «Смотри на меня!» Заорал сумасшедший. Мальчик, придавленный его телом, отчаянно замотал головой из стороны в сторону. «Смотри, — сказал, — или я вырежу твои гляделки! Нет, нет, там бабай!» Смолкли часы, и сзади раздался тонкий пронзительный скрип, будто створки старого шкафа неожиданно сами собой раскрылись. Огромная тень колыхнулась по стенам и потолку, дрогнула и разом потухло пламя свечи. Пришла темнота. А вместе с ней пришел запах. Запах сырости и крысиного помета. Вонь протухшего мяса. Запах подвала. Коля затрясся, и нож выпал из его пальцев, коротко полоснув по запястью. «Не смотри! Не смотри! Не смотри!» Иступленно визжал мальчишка и бился под ним в эпилептическом припадке. Но когда огромная старческая ладонь тяжело опустилась на плечо, Николай поднял глаза. И озаренный на миг вспышкой молнии увидел в стекле отражение. Темно. Темнота вокруг обступает, клубится особенными оттенками, которые нельзя определить зрением, но можно почувствовать. Как неуловимое шевеление воздуха. Обволакивает медленно и неотступно сразу со всех сторон. Огоньки. Разноцветные тусклые огни начинают кружиться повсюду в этой тьме. Точки, искорки, мерцающие крысиные глазки. Ты знаешь, кто этот многоглазый, Коля? Ты боишься его, потому что когда он спускается сюда, в подвал, становится больно. Смешок. Тихий на периферии слуха, как шелест пожелтевшей от времени бумаги, завалившейся за пыльную раму сломанного холодильного ящика, запрятанного в глубину в самый дальний угол, где ты всегда раньше прятался от крыс, и не только. И всякий раз напрасно. «Деда, не надо, деда! Я не хочу видеть, не хочу, не хочу!» Такси затормозило у самых ворот, наехав передними колесами на газон. Наталья выскочила из машины и сама не своя рванулась к дому. Пока Петр Сергеевич расплачивался с водителем и смущенно краснея просил прощения за поведение супруги, хотя ее истерика уже начинала беспокоить и его самого. Дениска сидел на качелях, не двигаясь. Тусклый утренний свет тонул в тумане. В воздухе пахло прошедшей грозой. Растрепанная мать подбежала, обняла сына, шепча какие-то слова почти в беспамятстве от обрушившегося на нее невиданного и необъяснимого чувства радости и облегчения. Вот и отец подошел. Что Дениска делает в дворе так рано? Почему в одном носке? А мальчик молчал. «Какого хрена? Что тут, черт побери, произошло?» Петр Сергеевич оглядел холл. Осколки разбитой кружки. Перевернутый поднос.
Мужская одежда на диване. Разбросанные по полу диски. Грубо разорванные на куски альбомные листы. «Николай, ты где?» Оглянулся он на жену с ребенком. Дениска, прижавшись к матери, молча указал рукой в сторону лестницы. Петр Сергеевич поднялся. Тишина давила на нервы сильнее, чем ночная гроза до вечера. Тени по углам казались живыми. Дверь в детскую была распахнута. Внутри царил полный кавардак. Потеки воска на полу, подоконники, одеяло клочьями, чья-то кровь на плакате с Дауни-младшим. Мужчина замер потрясенный. Вдохнул странный и неприятный запах. Это вонь. Откуда она? Петр Сергеевич повернулся и осторожно приоткрыл дверцу шкафа. Проникающий в окна слабый утренний свет упал на скорчившийся там внутри грязный, дрожащий комок плоти. О чем-то тихонько скулящий, плачущий и молящий, пытаясь спрятаться в углу от тени Петра Сергеевича. И хихикающий. «Николай?» Мужчина осторожно протянул руку к этому жалкому созданию, чтобы убрать от лица ладони, которую кто-то выкрасил в ярко-алый цвет. Существо дернулось, испуганно завыло, отмахиваясь от Петра. И он сам отшатнулся, поперхнувшись ужасом и омерзением. Нет, Коля не прятал лицо от света или тени. Обломанными до основания ногтями он яростно рвал, раздирал себе глазницы.